город, и те, кто уезжает из нашего села, и те, кто возвращается потом в родные места, уходят и приходят по этой дороге. Она никого не ждет. Тот, кого она ждала, ее сын Алеша, не вернулся с войны. Он похоронен далеко от родной земли, у деревни с нерусским названием. Ранними веснами чужие люди приносят на его могилу цветы. Они называют его русским солдатом, героем-освободителем. А для нее он был просто сын, мальчик, о котором она знала все от самого рождения до того дня, когда он уходил по этой дороге на фронт. Он был нашим другом, и мы расскажем о нем историю, о которой не все знает даже она, его мать.